Здравствуйте, с вами Кирилл, компания Центра теплых полов. Сегодня мы хотим провести обзор нашего смонтированного объекта. Это дом в Абакане, площадью 120 квадратных метров. Немножко начнем с предыстории. Заказчики обратились к нам, так как был холодный пол. Дом делался на продажу, так что не все коммуникации были выполнены грамотно. Делалось все дешевой рабочей силой, разнорабочими. Что у нас было до нашего монтажа? Здесь был зал, он так и остается, был уложен ламинат на стяжку, которая залита на плиты. Никакого утеплителя не было. В этих помещениях были на плиты брошены лаги деревянные и застелено все листами ламинированного ДСП. Зимой эти полы были сильно холодными, что-то снизу поддувало. Когда мы сняли эти листы, оказалось, что в этом помещении плиты до конца не сошлись, не хватило пролета. И просто было принято решение со стороны застройщика зашить их деревом. Это было сделано неаккуратно. Оттуда дул холодный поток воздуха. Формировался, скорее всего, он из-за того, что не утеплен у нас цоколь. Было промерзание фундамента. Изнутри он покрывался инеем и охлаждал всю площадь под полом. Вместе с заказчиком мы приняли решение для начала сделать систему теплых полов. В дальнейшем заказчик уже утеплит цоколь. Мы демонтировали ламинат и демонтировали ДСП. Выровняли уровень пола в комнатах относительно уровня пола в зале. Уложили пенополистирол, смонтировали трубу и залили все это дело стяжечкой. Дом 120 квадратов, у нас получилось 12 контуров теплого пола. Давайте посмотрим коллектор. Вот такой вот большой получился у нас коллектор, 12 выходов. Коллектор из латуни, как мы практически всегда устанавливаем. Смесительный узел на основе двухходового клапана с термостатической головкой. Еще одно хорошее решение, которое мы применяем, это ставим грязевой фильтр, который установлен уже в кране. Очень удобно его обслуживать. Закрыли шаровый кран, открутили фильтр. Вода слилась только с шарового крана. Небольшой объем воды. Так, насос у нас 25/6, стандартный, установлен. Байпас мы не ставили. Работы пришлось делать уже в отделанном помещении. Пришлось немножко попортить стены. Сделали нишу под коллектор и опустили магистрали под плиты, под полом. Там они пойдут в техкомнату. Также было принято решение реконструировать радиаторы, приборы отопления. В чем была беда? Все радиаторы были смонтированы без шаровых кранов. То есть были приварены отводы, они были предварительно закручены в радиатор. То есть в случае протечки резьбы или протечки радиатора мы бы не смогли их обслужить. Было принято решение установить шаровые краны американки, двадцатки, переварить отводы. В спальных комнатах мы дополнительно установили термостатические клапаны. Давайте их посмотрим. Вот такой вот термостатический клапан. Здесь будет дополнительно установлена термоголовка, которая будет регулировать проток по этому прибору отопления в зависимости от температуры воздуха в помещении. Сейчас я принесу головку, покажу, как она выглядит. Вот такие будут использоваться термоголовки с регулировкой по воздуху. Компания Staud, сделана в Италии. Они сюда у нас накручиваются. Устанавливается нужная нам температура. И все. Работает все автоматически. Здесь у нас шкала расшифровки температурных режимов. Четверка соответствует 24 градусам по температуре воздуха. Устанавливать такие клапаны наиболее оптимально, так как система у нас комбинированная. Основную функцию отопления будет производить теплый пол. В сильные морозы, когда теплоотдачи полов будет недостаточно, чтобы их не перегревать, будут автоматически включаться приборы отопления. Оптимальный режим, при котором мы сохраняем стабильную температуру в комнатах. Все спальни мы установили на такие термоголовки. Радиаторы прихожие мы не стали ставить. Здесь у нас большое французское окно. В Сибири в морозы от них достаточно сильно дует. Мы приняли решение установить вот такой конвектор. Производство фирмы Изотерм, Санкт-Петербург. Такое решение более бюджетное, чем ставить внутрипольные конвекторы. Он сюда у нас хорошо достаточно вписался.
и будет обдувать 100% этого оконного проема. В принципе, все. Мы показали вам объект. Сейчас мы будем допаивать магистраль и запускать всю систему на нагрев. С вами был Кирилл, компания «Центр теплых полов». Заказывайте теплые полы специалистов. До скорого!